Всем привет! С вами снова DropCizzy. И сегодня будем рассматривать метавселенную, так сказать, то есть компания M-Plaza. M-Plaza — это виртуальное место для игр и проведения мероприятий различных. Как можно заработать деньги с M-Plaza? По словам самой компании, популярное игровое место в метавселенной Ice Poker недавно сообщила о ошеломляющем доходе в размере 7,5 миллионов долларов за последние 3 месяца. При этом более 5000 пользователей ежедневно участвуют в играх в стиле виртуальных развлекательных игр, азартных игр, таких как покер и многие другие. В то время как игры в стиле дают шанс выиграть по-крупному, большинство из них не понимает, что они могут даже получить огромный пассивный доход, не играя. M-Plaza строит такое игровое место в качестве своей первой игры NFT и освобождает 30 квадратных блоков земли, 20 из них будут выставлены на продажу. M-Plaza продает эти виртуальные участки земли как NFT. Эти NFT будут доступны на торговых площадках OpenSea и M-Plaza. Тот, кто держит этот токен NFT в криптовалюте, становится владельцем этого участка земли в игре. Каждый месяц владелец получает 30% доходов от игр. Будь то Blackjack, без разницы, короче, какие игры, или даже игровой автомат, деньги поступают прямо в ваш криптокошелек, где бы ни хранились ваши токены NFT. M-Plaza — это уникальное всеобъемлющее виртуальное коммерческое пространство для обеспечения пользователей Web2 и Web3, где они могут взаимодействовать, монетизировать свои творения и знакомиться с метавселенной. Компания создает идеальное виртуальное пространство для тусовок, для бизнеса, культуры, покупок, мероприятий и общений. Дайте волю своему воображению на M-Plaza. В этом пространстве у вас есть возможность разработать интерактивную игру NFT или виртуальное пространство, о котором вы всегда мечтали. Впервые на Binance Smart Chain вы можете установить правила и построить игру NFT так, как вы хотите, используя готовые ресурсы. Независимо от того, ищете ли вы место для обмена сногсшибательным контентом, создание сплоченного сообщества или увеличение продаж ваших творений, M-Plaza — это место, где вы можете воплотить свои идеи и реальность. Команда M-Plaza хотела преобразовать метавселенную и работать над децентрализацией социальных сетей и онлайн-торговли. Платформа представляет собой виртуальное пространство, где пользователи могут создавать свои собственные NFT, игры, магазины, галереи и комнаты для тусовок. Сетевое взаимодействие и совместное использование контента в сфере M-Plaza будут легкими с помощью настраиваемых аватаров NFT. Персонализованных пространств и создаваемой галереи NFT пользователи смогут максимально эффективно использовать свои цифровые активы. Основные функции данной компании — это магазины, залы для мероприятия, создание собственной игры NFT, аватары, NFT-галерея, сеть и совместимая платформа. Переходите на сайт, читайте, ознакомьтесь. А сейчас немного о самом токене M-Plaza. Основным токеном для этого проекта является M-Plaza. Первоначально M-Plaza будет развернута в сети Binance Smart Chain. В течение нескольких недель после запуска M-Plaza BIP20 компания также развернет блокчейны Эфириума и Solana. Они планируют в конечном итоге развернуть его на всех других блокчейнах, таких как AVAX, Kronos, Matic и многие другие. Токены M-Plaza будет иметь и налог на покупку-продажу в размере 8%, 5% на разработку и 3% на ликвидность. Панель управления стейкинга будет доступна, как только M-Plaza выйдет в свет. Первоначальным инвесторам будет предоставлено до 800% годовых. API будет изменен через 3 недели, поэтому люди, которые делают ставки в течение первых 3 недель, могут получить до 800%. M-Plaza будет
токеном с несколькими кросс-чейнами, зарегистрированными на всех ведущих секс. Все контракты будут работать параллельно. Цена будет придерживаться через мост. Объемы всей сети будут учитываться при расчете объема эмплазы. Немного токеномики. А есть диаграмма, как выглядит токеномика, что на что влияет, сколько процентов, и дорожная карта. Переходите на сайт, ознакомьтесь и только после этого делайте свои финансовые рекомендации. На этом мой обзор закончен. Подписывайтесь на мой канал, на мой телеграм-канал. Все ссылки я оставлю в описании под видео. Всем спасибо за внимание. Всем пока.